M1 Global presents. С победой, в первую очередь, в таких напряженных, его даже можно назвать текучих поединках, на решение судей очень сильно влияет, как бойцы себя проявляют в концовках каждого из раундов, да. Особенно в третьем раунде. С собой в этом отношении насколько доволен? Честно, последние 10 секунд боя пропустил проход, но смог заблокировать, не отпустил положение. Но все равно недоволен тем, что должен был я сделать перевод. Но в итоге получилось наоборот. Я устал, конечно, тяжело. Я дрался давно последний раз именно по профессионалам. Выступал по любителям в этом году в основном. То есть 3 по 5 я прочувствовал. Последний раз только летом, прошлым. То есть было тяжело, но я смог. Я прошел подготовку. Готовился 2 месяца. Но не к этому бою, конечно. Готовился сначала на чемпионат Украины. Не получилось туда поехать. Потом друзья помогли. С Полтавы, Санан и мой друг Осман помогли мне поехать в Дагестан, договорились. Я поехал в Анапу Нурмагомедову на базу, тренировался, выигрался в ММА, потом хорошо повезло. Потом перешел в другой зал, к Расулу Магомедалиеву из Академии Fight Night в Махачкале. Спасибо ему очень большое. Он пустил меня к себе в зал, помог. Конечно, помог по подготовке. Я за бой узнал за неделю, согнал 8 килограмм. И спасибо моим тренерам, Игорю Анаприенко, иди сюда. Виталику Макаренко, спасибо моим тренерам. Он у нас большой молодец, я, он чемпион. Мне 21 год, я выступаю на таком уровне уже. Это был 11-й бой. Спасибо Богу, конечно, в первую очередь. Так, в принципе, все зависит от себя здесь, как вы верите и как вы к этому относитесь. M1 Global presents.